привет, друзья, подписчики мои! У нас в эфире очередной выпуск шоу «О чем говорят Бейблейды». И сегодня у нас в гостях Арчер Геркулес, который заявляет, что сможет одолеть этих трех парней и войти в основной каст неугомонного Блейдера. Ну что ж, узнаем, что он говорит. Арчер Геркулес, вам слово. Я побью этих трех парней, войду в основной каст и захвачу шоу. Ха-ха-ха-ха-ха. И я буду уничтожать всех тех, кто против меня, потому что я круче. Вау, какой же будет ответ от ребят? Ребята, я тебя не боюсь, Арчер Геркулес. У тебя нету шансов против меня. Ну, я тоже особо тебя не боюсь. Папа, давай сразимся уже наконец, чего болтаем? Вы знаете, я как бы за драку. Так ты не выиграл у меня, Арчер Геркулес. Я тебя побью. О, ну что, Арчер, что вы это скажете? Не буду я ничего говорить. Давайте уже драться. Поехали, друзья. Поехали. Где арена? Вот арена, жух. Так, ну что, вжух. Вы готовы? Я-то готов. Берем наши крутые пускалки. Они у нас все, к сожалению, разлетелись. Но не беда. Итак, давайте сделаем первый бой сегодняшнего вечера. Император Фарнеус против Арчера Геркулеса. Поехали, жух. Вау. Узнаем, кто из них круче и сможет ли Арчер Геркулес уничтожить Императора Фарнеуса. Узнаем прямо сейчас. Играем до 2 очков. 2 очка. Да, нет, или ничья. Я запутался, давайте-ка еще разочек. Что-то я не понял, что произошло. Мне показалось, что Геркулес выиграл. А вам? Воу-хоу! Император Фарнеус набирает обороты, гоняет по рингу, атакует Арчера Геркулеса, но Арчер Геркулес отбивает все атаки Императора Фарнеуса. Так, или у них что, ничья, в принципе, изначально? Давайте до 3 ничьих играем. Не, проиграл все-таки Арчер Геркулес, при том, что он был запущен первым. Ну что ж, давайте играть дальше, посмотрим, кто сильнее. Поехали! Жух! Ого! Ого! Выбивание с ринга 1-0 в пользу Арчера Геркулеса. Играем дальше. Вот это было уже интересно, да, друзья? Итак, поехали. Арчер Геркулес занимает центр. Император Фарнеус нападает на него сверху. Что же будет? Очень эпично. Спригон Реквием на защитном типе драйвера и Скрю Трайдент на балансирующем. Кто же сможет победить сегодня Арчера Геркулеса? Да, проигрывает Геркулес Фарнеусу, но ничего, играем-то мы до 3 очков. Ну, типа, если у Арчера будет хотя бы 2 победы, то он выиграет. Поехали дальше! Спригон Реквием! Ой! Секунду, мой косяк. Вот что происходит? Все, поехали! Спригон Реквием против Арчера Геркулеса! Вперед! Арчер Геркулес занимает центр ринга и не дает добраться до себя Спригону Реквиему. Но Спригон Реквием добирается до Арчера и наносит свои мега-атаки. Но Арчер Геркулес все нипочем, потому что у него крутой энергетический диск, который отбивает все атаки соперника. Ну что же будет? Да, проигрывает Спригон Реквием. Ну что ж, 2-й раунд. 1-0 в пользу Арчера Геркулеса. Кто же выиграет все-таки? Кто же победит? Поехали. Жух. Опа! Бешеная вертится по кругу Спригон Реквием. Арчер Геркулес занимает центр и пытается отбивать атаки Спригон Реквием, но Спригон Реквием атакует. Ой, что-то очень интересное. Сможет ли он справиться с Арчером Геркулесом? С его мега-силищей? Или нет? Или все-таки проиграет он? 1-1, друзья мои, у нас. Необычно. Ну что ж, поехали дальше. Запускаем Арчера первым. Вау! Воу! Волчки бешено вертятся по арене. Сможет ли Арчер Геркулес атаковать и нанести финальный удар? Потому что счет у нас 1-1 и 1-0 в пользу моего основного каста. Что же будет сейчас, прямо узнаем. Да, Спригон Реквием проиграл. Ну что ж, 1-1. И финальный бой у нас сегодняшнего вечера. Скрю Трайден против Арчера Геркулеса. 1-1. Сможет ли Арчер Геркулес победить Скрю Трайдента и занять место в основном касте? Поехали, узнаем это. Опа! Арчер Геркулес занимает центр, как всегда. Скрю Трайдент вливается в обороты, вливается в центр и пытается атаковать. И у него получается.
у Скрю Трайдента получается атаковать Арчера Геркулеса? Нет! Арчер Геркулес побеждает в этом бою. Ну что ж, 1-0. Играем до 2 очков, друзья мои. Скоро все узнаем. Оба-ба! Смотрите-ка, почти ведь разобрал он этого Скрю Трайдента. Ничего себе, крутяк. Ну что, поехали дальше. Вперед, Бейблэйд Бёрст! Жух! Арчер Геркулес наносит свои 4 атаки. Он на счет 1-0. И 1-1 в пользу... И Арчера и основного каста. Сможет ли Скрю Трайдент... Да, о-о-о! Взрывной финиш для Скрю Трайдента от Арчера Геркулеса. И Арчер Геркулес присоединяется к нашему основному касту, друзья. Спасибо, что были на канале. Подписывайтесь, нажимай на колокольчик. Скоро много интересных видео. Пока-пока.